ранку всім, хто розпочинає свій день разом з нами у підйомі гості. Є Єтерськов Руслан, голова громадської молодіжної організації «Меморі», та Ященко Сергій, секретар «Меморі». Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створити подібну організацію? Взагалі, розкажіть нашим телеглядачам, що вона собою уявляє. Значить, організація наша, скажімо так, возникла, ідея зарождення возникла в прошлом году в августе місяці, коли ми, будучи установщиками надгробних сооружений, собственно, производили свою работу, и к нам подошел человек, судя по всему, был белорус или россиянин, то есть не наш, не украинский человек, и попросил помочь найти, скажем так, захоронение своих близких. Давно не был, не может найти, то есть кладбище разрослось, кварталов нет, рядов нет. Вот. Мы согласились ему помочь, скажем так, это заняло некоторое время, там, поскольку мы знали, где это примерно может быть, то есть мы нашли в течение там, одного дня. Вот. Но потом не предоставилось возможности этому человеку информацию отправить. То есть не знали, как с ним связаться, то есть в Россию звонить дорого, поэтому просто ждали, когда он перезвонит нам. Отсюда возникла идея сделать сайт Memory, то есть, чтобы показывать информацию, ту, которую мы находим, то есть сделать какую-то общую базу данных всех захоронений, инвентаризировать, так сказать, кладбище. Вот. После этого, собственно, мы занялись этим проектом всерьез уже, и уже с нынешнего года, с июня месяца, с новой властью, которая, скажем так, заняла пост старую, руководство убрали, новое поставили, и мы уже с новым руководством начали заниматься инвентаризацией кладбищ. Цвинтарі – це така дуже делікатна тема. Чому саме цвинтарі, а не парки, наприклад? Значит, в парках у нас, наше городское управление постоянно занимается уборкой, скажем так, и количество людей, которые посещают парки, оно гораздо больше, чем то, которое посещает кладбище. Поэтому, скажем так, люди, которые часто ходят в парки, они могут сами за собой убрать, да, по большому счету. А на кладбище мы уделяем внимание только когда идет Пасха, да, пасхальные, там, поминальные дни, либо захоронения, либо там поминки, там, ну, неважно, как бы, это дело лично каждого. Вот. А мы ведем уборку круглогодично, поэтому... У нас є можливість подивитись на світлини, що відбувається, коли ви робите свою справу. Ось, ми бачимо, це ваша робота, так? Ну, да. Як було і як стало? Як стало. Да. Ну, давайте продовжимо нашу розмову. Скажіть, чи є ще подібні організації у нас в Луганську? Насколько я знаю, нет. Да и, наверное, если были, мы бы, наверное, видели их работу. Поэтому... То ви єдині? Наверное, да. Кого турбує це питання? А як реагують люди? Чи допомагають вони? Багато бажаючих допомагати? Ну, реагують положительно. І є люди, які хочуть допомогти. Ну, мало. Тобто, відкровенно мало. І сталкиваємося з равнодушием. Це достатньо складно восприйняти. Основная сложность – это равнодушие людей. Мы взялись за эту тему для того, чтобы помочь именно конкретным людям. То есть не ради там, какой-то там славы или там, каких-то должностей. Никакой выгоды. Мы не делаем никакой выгоды. То есть у нас есть основная работа и есть чем заниматься, а это чисто общественная деятельность, которую мы решили сделать и свои... взгляды именно на молодежь обращаем, можно, потому что у них... дополню, Сергей, значит, я прошу прощения. Значит, есть такие ситуации, когда подходят, ну, я просто постоянно там нахожусь со своими ребятами, которые там занимаются уборкой. Есть ситуации, когда подходят бабушки, там, дедушки преклонного возраста, там, 70, а то и старше, там, предлагают какие-то материальные ценности, помогите, помогите. То есть... В данной ситуации мы воспитываем, как бы помогаем понять нашей молодежи о том, что не следует этого делать, то есть брать какие-то там деньги там у стариков, а нужно отдавать, помогать им. Поэтому мы просто не имеем права брать у них что-то. То есть мы помогаем бесплатно, там, как это выразится. Мы получаем удовольствие от того, что даем. Нам приятно. Больше удовольствия от того, что даем. Да. А чи багато людей входить до вашої організації? Пока немного, но мы открыты.
Багато бажаючих. Бажаючих, да, бажаючих приймемо. Да, у нас є мысль в даний момент, ну, от вона там рождається само собою. Значить, у нас є можливість, мысль зв'язуватися з учебними заведеннями і просто проводити там лекції, тобто об'яснять людям, що ми робимо, для чого ми робимо. Таким образом, ми можемо набрати собі так називаємо помощників, тобто не волонтерів, як це прийнято з Совєтського Союзу, там, кучу времени, там, сила не забирают волонтеры, пока им объяснить, что делать, а людей, которые уже могут что-то сделать, которые заинтересованы сделать, которые хотят сделать что-то и остаться в истории просто как человек. Я там был, я там делал, да, это можно делать. Просто потратить один день, два дня. Гадаю, что, перш за все, треба людям перейти якийсь психологічний бар'єр, щоб вони, можливо, там бояться. Деякі, наприклад, молодь туди йде, а от деякі, наприклад, ну, може бути, ви праві в чому-то, але, опять же, бігати, розбивати пам'ятники, вони бояться, а повбирати страшно. Я щось не пойму цього. Або там пам'ятники Леніну завалити, не боїмося. А відновити це, хто буде відновлювати? При Совєтському Союзі це строїлося за копійки, а зараз це баснословні гроші. О чому ми зараз говоримо? Якщо ходить осуждать, да они там что-то не делают или что-то делают плохо. А ты что-нибудь сделал вообще? Ты осуждаешь нас, а сам ты ничего не сделал. А какого віку більшість ваших співробітників? Значит, самый младший 18, значит, там есть еще пару человек 16 лет, но они с нами сейчас не сотрудничают, не работают. То есть попробовали, нет, это не для нас, отказались. Вот, 18, и, собственно, у нас самый старший — это Сергей, 42 года. Один. Да, а так до 25-8, там вот так вот. Якими районами ви зараз займаєтесь і які плануєте? Значить, сейчас ми делаем старый Комброд, так называемое кладбище старое, и начали инвентаризировать Кировку, это новое кладбище Каменнобродское. Значит, пока занимаемся уборкой только на старом Комброде. Потому что это самое старое кладбище, считается, ну, одним из старых. То есть есть еще Острая могила, есть еще на таксопарке кладбище. Но, скажем так, мы не можем, у нас мало людей, чтобы распыляться и быть везде. Объемы большие, людей мало. Последняя уборка, наверное, была лет 50 назад, я не знаю. Но вот именно такая колоссальная. То есть сейчас все позарастало очень сильно. Очень много родственников, уже достигших преклонный возраст, даже есть, которых уже нет просто, и некому убирать за могилами. То есть это ни в коем случае не чья вина, это сугубо просто, ну, менталитет у нас, что ли, меняется у молодежи. То есть не хотят они появляться на кладбище, не хотят убирать. Поэтому мы и создали сайт, то есть для тех, кто не хочет убирать сам, то есть он может обратиться к нам, мы открыты к обращениям людей, они могут обратиться к нам, попросить нас убрать за них. То есть мы обратимся в частные структуры, перенаправим, скажем так, обращение, люди встретятся, определят там стоимость каких-то услуг и сами это все повбирают. То есть у нас есть такая возможность. Що ж, дякуємо вам, що завітали до нас. А ми нагадуємо, що у нас у гостях був Єтєрськов Руслан, голова громадської молодіжної організації «Меморі», та Ященко Сергій, секретар «Меморі». Дякуємо, що завітали. Дякую вам за бесіду. А вже зараз на вас чекає наша наступна рубрика «Фотопоради». Увага на екран.